Вот это жук! Вы посмотрите, куда она залезла! Нет! Нет! Нет, подходите близко! Девочки, вы что тут делаете? О, как мы устали здесь лежать! Вот ты нас 3 часа искал! Да. А что, вы прятались, что ли, от меня? Да, мы в прятки с тобой играли. Да. Но я-то об этом не знаю. Поиграй с нами, поиграй с нами. Прятки? Да. Вы знаете, кто самый мощный игрок в прятки? Я. На белом свете? Я. Нет, нет. А вот сейчас мы это дело и проверим. Кто лучший прятчик в мире? Прятчик. Я первая буду прятаться. Так, вы прячетесь первой. Нет, мы вместе прячемся. Так, стоп, нужно обсудить правила. На улицу не выбегаем. Да, на улицу нельзя. Ага. На балконы нельзя. Да. Все, что связано с улицей, нет. Так, еще предлагаю считаем только в одном месте, чтобы можно было прятаться везде. Вот тут. Давай возьмем гостевой туалет. Давай. Гостевой туалет закрывается. Там закрылся, просчитал, и после этого ищешь. Угу. Все, я пришла прятаться! Нет, еще. Нет, как это, мы считаем в гостевом туалете. Алиса уже убежала. Я начинаю считать, мы договорились, что я буду считать до 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, мы идем сейчас в комнату. Одинаковые места, где мы прячемся. Алиса залазит в чемодан. Блин, закрыт. Нет, ты его закрываешь, ну правда. Слышь, быстрее. Хайра. Быстрее. Ногу. Все, я сюда. Че, у меня времени. Все, так. Блин, мне очень страшно. Здесь очень страшно, не только в одном и том же месте прячутся. Ну, не у меня, а в той же комнате. У меня он не закрыт, я могу смотреть, где папа всегда. Так, я здесь за диванчиком. Получается, вот Алиса чемодан. И я за диваном, прям за ним. И здесь еще один чемодан. Да, чемодан нашей бабушки и дедушки, они приехали к нам домой. Ну что, я готов искать. Я надеюсь, эти пупсы уже спрятались. Я предполагаю, что первое время они будут прятаться в шкафах. Пошли. Ой, Лиза, правда, очень темно, конечно. А я слышу, кстати, Никольку. Супер! Алисука, тихо сейчас. Так. Кто-то идет. Никого. Так, это странно. Где же они, интересно? Нет! Yes! Так, Николь первая. Николь, я поймал первую. Так, но я здесь слышал какой-то шорох и шепот. Поэтому я думаю, что и Алиса тоже здесь. Может, она здесь? Опа. Кстати, классное место, я даже его не видел. Ага. Так. В холодильнике ее тоже нет. Так, однако, я думал, она где-то здесь. Так, слушайте, это становится интересно. Я потому что думал, она в туалете. Места одно за другим заканчиваются, но при этом Алисы все еще нет. Так. Я везде поискал, как мне кажется. Где она может быть? Вот это жук! Вы посмотрите, куда она залезла! Она залезла реально в чемодан! Алиса! Слушай, я бы вообще в жизни никогда не догадался. Маленькая щелочка чемоданная была только. Ты мастер по пряткам. Ты как умудрилась в чемодан залезть? В чемодан? Вот это маленький прятывальщик. Так, ну что, теперь я. Я иду прятаться, вы меня ищете. Я считаю! Раз, два, три, четыре, пять. Так, ребят, у нас второй раунд. Смотрите, куда прячут Алису. Бабушка с дедушкой, короче, прячут Алису. Так, я все быстрее, я пошел, но Коль уже считает. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
в прячке сейчас спрячусь. Все, я, короче, закрылся. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, я иду искать. Я накрылся под одеяльником, в прячке выгляжу, как будто я куча белья. Пошлите. Потому что слышала, когда мы с тобой прятались, ты... Нет. Да, ты слышала, что она возле нас. Я видела ее глаз. Алиска, у тебя что? Там дырка была. Глаз такой большой. Нет, там дырка была. Надо было дырку. Все, Алиса выбывает, пошлите искать папу. Алиса потом будет искать. Я думаю, что, скорее всего, Николь сразу пойдет искать по... Или в нашу комнату, или по тем местам, где они уже были. Я сама не знаю, куда папа спрятался. Я не видела. Он такой большой, что он под диван не влезет. Ну да. Может, он только Алиса попробовал? Нет, я еще. Здесь нет тоже. Говорю, а давай я тебе подскажу, где он может. Нет, Алиса. Вдруг он там. Я сама еще, Алиса. Нет. Здесь его других тоже нету. На всякий случай. Нет! Нет! Вот она! Они нашли меня! Как у вас это получилось? Просто. А было заметно, что это я сижу? Да, потому что он большой. Большой. Ну это просто куча белья должна была быть, по идее. Ну я все нашла тут смотрю. Да? Ладно, вся. Алису первую нашла. Я слышал там, как Алиса истерила. А, бабушка, ты плохо меня спрятала, у меня там что-то торчало. Еще, да. Еще у меня в камере что-то было, и мне бабушка настроила. Да? Да. Вау. Я слышал, я такой, думаю, блин, ну в прачку они точно не пойдут искать, сейчас пойдут куда-нибудь. Вы долго, да, где-то ходили? А наверх вы поднимались в нашу комнату? Нет. Нет. Алиска, ну что, давай, все, иди, раунд окей, номер три.
Реально. Как мы все хорошо. Я пойду в другую комнату. Как ты меня нашла? Ой. Я под низом увидела елочки. Как я надеялась, что ты по первым найдешь. Нет. Я так надеялась на это. Я могу немного смахлевать. Всех обманывать. И вот здесь вот пробежать на улице и куда-нибудь выбежать в другое место. Они тогда скажут, что я читер. Не знаю, зайка моя. Ищи давай скорее. Ну, когда ты знаешь, подсказку, пожалуйста. Нет, я не буду подсказывать, но я примерно знаю, где он. А в какой комнате, пожалуйста, расскажешь? Все-таки в какой комнате? Он наверху, это все, что я могу сказать. Там два этажа наверху, так что. Ка-ка! Она нашла меня! Не только первая нашла. Да? Папа попался. Я тут сидел возле мусорника, у меня воняло. Я когда пытался подвинуться, он все время так... Вот так вот делал. Я боялся, что меня найдешь. А ты кого-нибудь первую нашла? Да, она под елочкой была. Под елкой была? Пряталась, как новогодний подарок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Четвертый раунд сейчас. Да, у нас четвертый раунд. Давай быстрее, беги. Быстрее. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Я до этого все время прятался внизу. Я думаю, что теперь как раз будет нормально наверху. Только надо подумать, где, в какой шкаф мне залезть. Шкаф, какой шкаф? Блин, я не могу залезть сюда. Я не влезаю. Залазь, только помоги. Залазь, я тебе помогу. Там никого. Я подумала, это Алиса сидит. Нет, не повезло. О, кого-то я вижу. Привет. А как добро пожаловать в мир. Он наверху, знаешь? Сейчас его, оказывается, вот здесь лежит.
Сейчас мы все эти шкафы можно проверить. Во всякий случай. Нашли меня! Блин, я там стоял вот так вот. Нет, подходите, близко, не подходите. Кстати, Алису уже нашли. А было видно меня или нет там вообще? Нет, тебя нет, но было видно то, что ты какое-то большое существо там стоит. Ух, я там уже вот так вот раскорячивался, и все равно нашла меня такие. Пятый раунд, быстрее, нужно считать быстрее. Так, беги, прячься. Пожалуйста, я ничего не вижу. А, я сама залезу туда сейчас. Алло, папуль! Аву! Я тебя нашла! Все. Короче, на всякий случай я сказала, что я его нашла. Папуля! Я тебя нашла! Нет. Ай! Но она говорила, что он наверху. Почему я не еду здесь? Ну ладно, пойдем здесь. Где они все? А вдруг я здесь усну? А вдруг они меня не найдут? И все. Придется здесь все время теперь жить. Ты знаешь, мы тебя найдем. Где? Алиса! Алиса!
А, чего вы меня так долго искали, а? Николь пустила по ложному следу. Так, я забыла то, что грызу. Как мне теперь выбраться отсюда? Вообще-то у меня попа еле пролезла сюда. Что? Папа, смотрите, я не могу выбраться отсюда. Николь, не фигуруй. Пускай, все. Николь, ты что, суперсилач? Я ей помогла. Нет, я поняла, я потом чуть подошла. Блин, там было холодно лежать на животе все время. Пап, камера! Я лежал там и... Я вот так вот. Тимиколька! Да. Тимиколька. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, у нас шестой раунд. Тише, тише. Так, у нас... Давай, давай, давай. Мы вместе идем прятаться. Так, мы, короче... Давай, залазь, давай, 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 давай. Так, все. Меня нашли! Это легко. Я думал, что я как кот отвернусь, и вы меня не будете видеть. Ты первый, кстати, был. Меня первым нашли. Алиса здесь сидит. Так, теперь я вожу. Алиса, я первая? Ты вторая. А где твоя камера? Чуть камеру не забыла там снизу. Так, Алису нашли. Алис, тебя обнаружили. Ты попалась. Я вообще не слышала. Там пол такой горячий. Привет. Я все вспотела. Потрогайте меня здесь. Там пол горячий? Да, потрогай, Николь. Потрогай меня вот здесь. Не хочу. Ну, наконец-то. Я теперь буду их искать. И я их найду очень быстро, обоих. Девочки, вы придумали самое-самое лучшее место? Потому что я вас сейчас найду моментально. Это тебе. Спасибо. Так, ну что? Ребята, этот раунд будет очень быстрым. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мой раунд. Это сейчас будет снимать. Мне страшно. Тут так страшно. Мне не страшно, потому что здесь Ева, но она любит открывать это место. И она меня запалит. Она запалит меня уж точно. Она так любит делать, она всегда открывает. Потому что я уже показывала это место, но... Меня запалит. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Но я в другую. Алиса, как ты могла мое место забрать? Как ты посмела? Это получается стул? Ау. Моя голова. Ой, ноги, ай, все больно. Так, волосы. Так вот, это получается здесь стул. И снизу можно залезть под него. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребята, это 30.
Сейчас мы с вами их найдем по быстрому. Как вы думаете, вы уже видели кучу мест, где они спрятались в этот раз? Погнали! Вот в этих комнатах я еще не стал ни разу. Я думал, что они именно там. Погнали! Так, у Николь в шкафу никого. Так, под кроватью никого. Так, девочки становятся более продвинутыми. Прятка. Бла-бла-бла-бла. Мой сладкий пупс. Так, где они? Подскажи мне, Ева. Давай, подсказывай. Вот там стоят, да? А, они пылесосят. Так, окей. Так. Так, однако, слушайте, это прям уже необычно. За первые 5 минут я их не нашел. Так, ну я думаю, что они прячутся, значит, не здесь. Николь и Алиса становятся чемпионами по пряткам. Я знаю, где они. Ребята, они в холодильнике. Нет, к сожалению, их здесь тоже нет. Значит, они точно пошли в нашу комнату. Папа ищет. Никак девчонок не найдет. Я слышу какое-то странное сопение. Причем где-то вот в этом районе. И какой-то странный голос Алисы, который говорит: тихо! Так. По-моему, я где-то что-то кого-то вижу. Так. А ну-ка. Та-дам! Так, Алису мы определили. Но я считаю, что это еще не все, потому что я слышал какой-то шелест вот здесь еще. Ау! Ау! Так. Вот они где были, а? Эти маленькие чемпионы по пряткам, меня а? Меня тоже нашли. Вы понимаете, смотрите, как я там сидела. Вот так? Обалдеть. Я услышал сопение Николь. Нет, забитым носом. Нет, а потом голос Алисы. Тихо, тихо, тихо. Я же вроде бы тихо сопела. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и на красную кнопочку. Да, ребята, если вам нравится такой формат пряток, напишите, пожалуйста, в комментариях прятки и поставьте огромное количество двоек. Прятки номер 2. И мы тогда поймем, что есть смысл для вас отснять новую серию челленджа прятки. Прятки 2. Слушайте, это сериал прям будет. Прятки 2, прятки 3. А потом, смотри, мы поедем к подписчикам и будем прятаться у них. И... Скажите пароль! До завтра, Николь! Пока-п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 ока. Ева, пока-пока-пока-пока. Папа-папа-папа-папа-папа.